Здрасте, накрасьте, меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. В прошлый четверг я сделала сложное ламинирование и осветление в брови. А сегодня я вам покажу, как сделать коррекцию и окрашивание. Ну что, поехали! Начинаем с прорисовывания формы. Далее будет коррекция. Наша задача здесь захватить максимальное количество волосков, но поднять внутреннюю часть брови. Не забывайте хорошо натягивать кожу, тогда линия у вас будет ровная. Прорабатываю зону вокруг брови Ice Cold, для того, чтобы снизить чувствительность во время коррекции бровей, а также обеззаразить кожу. Корректируем форму брови и обязательно вырываем по росту. Замешали 0,3 краску с окислителем. Окислителя на 10% больше. И у вас должно начаться окисление вот в такой серый цвет. После того, как у вас окисление началось, вы берете 5 частей масла и смешиваете с краской. В зоне, где мне цвет волосков нравится, я сверху нанесу Skin Protector. В данном случае это где самые густые брови. Наносим краску. Изначально смываю верхнюю часть сухой палочкой. Выдержка 2 минуты. И смываю очень хорошо водой полностью. Если у вас густая сильно бровь, возьмите еще, смойте детокс-муссом. Цвет краски будет проявляться в течение 5-7 минут. То есть на коже краска также проявится. Это вы увидите в конце. Прорабатываем изначально жидким консилером, а после карандашом-консилером. И закрепляем гелем для бровей. Вы должны своих клиентов предупредить, что укладка делает волос более послушным. Это не означает, что он всегда будет стоять вверх. Надеюсь, видео для вас было полезным. Обязательно пишите комментарии и указывайте те темы, на которые вы бы хотели, чтобы я сняла видео. Всем пока!